Доброго времени суток, YouTube, уважаемое психофизиологическое сообщество, уважаемые наши контрагенты. Это видео прежде всего для контрагентов. Задают вопросы постоянно, сложная якобы у вас структура сайта, но куда уж проще. Мы сейчас с вами находимся на главной странице нашего сайта, называется она «Юридическим лицам». И здесь очень просто. Если вам необходимо пролицензироваться, уважаемые контрагенты, получить лицензию Ростехнадзора на право ведения работ в области опасных технологий, сложных видов деятельности, вы можете это легко сделать, получив от нас услугу дистанционной психологической диагностики. Это требование приказа 749 Минздрава Российской Федерации. То есть наряду с медиками, терапевтами, офтальмологами, хирургами и другими узкими специалистами, психофизиологи выступают одним из контролирующих звеньев этой самой цепи. Вот нажав на эту кнопочку, вот куда уж проще, заходите в раздел «Юридическим лицам», нажимаете кнопочку «Получить услугой», и вам предложится скачать архив ZIP-овский, который содержит проект договора, нашу карточку предприятия, наши нормативные документы, одним словом, все наши явки и пароли. Соответственно, вы можете внести изменения в наш договор и, соответственно, заключить с нами договор на оказание услуги по дистанционным психологическим обследованиям. Все очень просто. Если вы хотите сами создать такую лабораторию у себя на предприятии, вы можете приобрести необходимое вам по приказам программное обеспечение. Вот здесь вот кнопочка «Приобрести». Давайте я вам покажу, что это все работает. «Получить услугой» в рамках приказа 749Н. И вот предлагается скачать этот архив, содержащий, все работает, содержащий нашу карточку предприятия, проект договора, рыбу договора, ну и так далее, как я уже озвучил. Все очень просто, никаких сложностей на нашем сайте нет. Переходим в юридические лица и работаем. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!